Всем привет! Мы представляем школу ESCAM. Это High Heel School. Я Мария Новикова, основатель школы. Владимир Головков, преподаватель по воку. Мы сегодня вам расскажем о воге. Нашему дому где-то год. Чем есть вообще, в принципе, два вида дома. Есть Kiki House, а есть Major House. Чем отличается Major от Kiki House? Major House, он представляется на международной сцене. Это, например, такие дома, как Ninja, Экстраваганзы. В российские есть дома знаменитые, как Буду. Да, там еще всякие Гуччи, Ревлон, да. Есть дома Кики. Кики это более местечковое, но при этом сейчас очень становится в моду, идет в Кики, потому что не все попадают в мейджор, не все имеют имя мейджор. Там, например, у нас есть представители там Вероника Нинджа, да, раньше там Олег Нинджа, да, в России. Вот. И не все могут туда попасть, потому что в отделение в России, чтобы туда попасть, это надо постоянно тренироваться в Москве и быть у них на виду, быть в дружеских отношениях, потому что вог-дом, в первую очередь, это семья. Можно стать мамой или папой по своему желанию? Да, Kiki House, да, можно, но при этом нужно иметь вес в культуре. Если тебя не знают, если ты не был на балах, если ты не выигрывал трофеи, то ты не можешь стать mother and father. Почему мама и папа? Почему mother and father? Потому что танцоры в Америке достаточно бедные люди, и они собирались и жили в одной квартире, в одном доме, и по факту они, вот эта большая команда людей, там могли быть и модельеры, и фотографы, и танцоры, и все жить в одном помещении. И они выбирали лидеров. Лидеры те, которые отвечают за финансы, за предоставление дома на каких-то определенных площадках. И это обязательно mother и father. Вот. Мазер не обязательно женщина, фазер не обязательно мужчина должен быть. Может быть, все совершенно наоборот. Мазер считается как главный представитель дома, который решает. Фазер второй, правая рука, которая также вместе коллегиально решает, что происходит в доме. Вог – это большая субкультура, которая зародилась в Америке. И особую популярность она приобрела в 80-х годах или в 90-х, когда вышел клип «Мадонны Вог», когда все увидели, как это красиво, как стайлово танцевать поузинг, как можно показать свою сексуальность, женственность через танец. И только после этого она пришла уже в 2000-х годах в Россию к нам, где она уже приобрела более такой танцевальный уровень, нежели чем как субкультура какая-то. Прежде всего, вог – это манифест, наверное, женственности, да, эстетики, сексуальности в танце. Это максимальное раскрепощение в танце, да, себя как личность. То есть в воге ты можешь быть разным. Сегодня ты можешь быть суперзвездой, завтра ты можешь быть... не знаю, секси-мяу. Да кем угодно, в принципе, как бы, да, никакой другой танец, даже хай-хилс, да, например, направление, оно не раскрепощает так, как раскрепощает вог. То есть это не только танец, да, это позинг, это походка, филинг. Это филинг, это красивые образы, невероятные красивые наряды, да. Это выход на подиум, потому что вог изначально был как модельные походки, и люди смотрели, им нравились модели, они хотели это повторить. Вот. И он родился как поузинг, как выход на сцену, представление себя, раскрытие себя. Но если это мы говорим конкретно о вог-фэме, у вога еще очень много разных других подстилей. Например, рандой, то есть не обязательно уметь танцевать, да, и красиво двигаться, достаточно того, чтобы научиться красиво ходить, да, на каблуках, и, собственно говоря, все, ты победитель рандой на вог-балах. Есть еще другие подстили, такие как олдвей, это один из самых первых стилей вога. Он вышел из улицы, когда пришли в стиль локеры, хип-хоперы, паперы, уличная культура пришла, и появились четкие ровные формы, красивые, да, подача там совершенно другая.
там марш, там более такая агрессивная подача на зрителя, да, там более такая завоевательская, там плюс еще есть формы, берутся формы из боевых искусств, например, это в World Way. Плюс есть еще следующий стиль, New Way, он тоже интересно зародился, туда пришли гимнасты. Вот пришли гимнасты, балерины, а у них отличная растяжка, они добавили вот эту грацию, вот это вот ощущение, аттитюд, вот, и они стали супер гибкие, показывали свою красивую растяжку, трюкачки, да, и вот это вот все начало, ну, типа, развиваться в свой собственный стиль. Здесь Vogue Femme, это манифест женственности, максимально ты должна быть супер женщиной, ты должна быть супер раскрытой, сексуальной, все твои движения должны быть плавными, да, кое-где элегантными, кое-где очень раскрепощенными. И вот здесь мы в этой школе, в школе East Camp преподаем Vogue Femme, потому что он самый активный и самый смотрибельный, яркий стиль. Финальный поинт в танце, да, то, что отличает вок от каких-либо других танцев, это непосредственно дип. То есть это красивое движение в пол, да, динамичное, когда мы уходим, запрокидываем ручки назад, голову и, собственно говоря, все завязано на, ну, имеет какой-то смысл. То есть абсолютно каждая рука, каждое движение, да, оно несет за собой какой-то смысл. Бездумных движений здесь нет. Мы рассказываем свою историю, когда танцуем. Мы показываем свое лицо, мы показываем свое тело, мы это демонстрируем, причем активно. Если в хилсе это может быть закрыто, это хореография, то вок отличается от хилса тем, что это фристайл. По факту в России только начали танцевать хореографии. Во всем мире вок считается фристайловым стилем. Вот как вы сегодня видели, мы приходим в зал, да, и мы показываем свой перформанс, какие мы сегодня. Хочу я сегодня быть сексуальной, хочу я, наоборот, быть очень нагенькой кисонькой, да, хочу я быть леди. Я могу выйти спокойно на леди и показать все то же самое, только с другим ощущением. Что это такое, и расскажите про атмосферу, которая там происходит. Ой, это туда надо просто попасть, да, и увидеть это. Ну, как бы прежде всего, как и у любых танцоров, да, у вогеров есть свои соревнования, да, которые как раз-таки называются вок-бал. То есть это когда люди собираются в одном месте, да, и вот то, о чем мы говорили раньше, то есть кто-то танцует, да, кто-то ходит походкой, кто-то показывает свое идеальное лицо, да, то есть кто-то показывает свое тело. Вок-бал – это, прежде всего, торжество красоты, стиля, грации. Люди готовятся месяцами, чтобы прийти на вок-бал и представить себя. Сами шьют наряды, там, платья украшают блестками, придумывают свои образы. У каждого вок-бала есть своя тема. Это как будто бы маскарад, но это не маскарад. Суть в том, что ты приходишь не в любых костюмах, а они должны быть супер стильными. Ты должен чувствовать себя уверенно. И плюс на балах бывают не только танцевальные категории. Есть категории такие, как ранде, это походка, как мы говорили. Есть категория фейс, когда ты представляешь свое лицо. Там не нужно танцевать. Там суть, как ты улыбаешься, какие у тебя прекрасные губы, зубы, как ты смотришь глазами, как на тебя падает свет. Вот. Есть категории бади, где ты показываешь, как фитнес-бади свое, да, какое оно у тебя красивое. Да. Есть секс айрон, это 18+ категория, когда девочки раздеты, просто очень медленно двигаются. Вообще, в принципе, очень много категорий. Есть даже категория брендс, когда ты приходишь на бал, если у тебя какие-то брендовые вещи, ты судьям показываешь, что у тебя вот сумочка Gucci, очки, там, не знаю, Prada, и ты весь такой на брендах, у кого больше брендов, тот и выиграл. You can feel it, she can feel it, he can feel it, as I pop, pop. Can you feel it? I know you feel it when I pop, 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 pop. Что для вас лично вок?
На самом деле вов для меня, наверное, это счастье. Я вообще на каждой тренировке кайфую, и после вога я выхожу очень спокойной, и как будто вот все, что у меня было, накопилось, я выбрасываю, рассказываю об этом. Вот так. Ну и плюс, естественно, за счет вога я когда-то откопала свою женственность. Прям реально откопала. Для меня вог это немножко в другом направлении. У меня наоборот работает так, что я выхожу на тренировку, да, я тренируюсь, и во мне наоборот потом эта энергия прям вот рвется. То есть я наоборот, да, заряжаюсь от этого, и мне потом хочется что-то делать, да, и еще раз делать. То есть, ну и прежде всего, это хорошая физическая нагрузка. Это очень заряжает сильной энергией, поэтому. Девочка, это очень сложный вопрос, это душа реально. Что-то прям вот.